Всем привет, друзья. Приступим. Мясо с горчичкой, с карбонат. Кружится от горячей штучки. Впервые пробовал вот эти круглые. Внутри сыр, курица. Погодите. Да, сырный соус такой. Обалденная кружится. Сегодня, короче, на салат вместо свеклы взял это, как она, редька черная, ну, точнее белая. Но они похожи внешне в кожуре у обоих, что у свеклы, что у редьки. Черная кожура, я думал, что свекла. Взял редьку. Редька тоже вкусный, корнеплод, полезный, ничем не хуже. Очень вкусно, просто тема.
что 12 марта. Погода на улице минусовая. Ну, не скажу, что уж холодно, конечно, не холодно, но все равно минус. Короче, соус помазуха, это этот тартар, который у меня был. Обалденный соус. Или помазуха. Кому как нравится. Знаете, слово помазуха или соус или помазуха или соус помазуха, все вместе. Всегда хочется стараться без лишних шумов, там, типа, чтобы тарелки друг от друга не стучали, но, блин, не получается. Не получается. Спагетти получились просто лучше, чем в ресторане. Сам приготовил. Я их, правда, чуть-чуть напополам сломал, но чтобы не сильно длинные были. По мне так удобнее есть. Вот я их пополам сломал. Так. Сладкого не хватает на десерт. Десерт будет завтра. Чай сладкий. Классно заходит. Чаем, точнее. В общем, все, друзья, прием пищи был просто люксовый, просто на высоте, просто бомба, в общем. Как всегда.